Управляющие компании начали обрабатывать Тюменский дворы от клещей. Идет работа в городских скверах и парках. Там обработку территории финансирует муниципалитет. А вот во дворах это должны оплачивать жители. Стоимость такого рода работы от 100 до 300 рублей за квадратный метр. Обработку необходимо начинать уже сейчас, особенно на окраинах города, где застройка не такая плотная, как в центре, и больше травы и деревьев. За последние несколько дней, не знаю, домой приносили уже клещи, наверное, 4. Ну, пес, он гуляет за территорией, там много травы. Соответственно, я так понимаю, они сейчас голодные, только так прыгают. Поэтому обязательно надо обрабатывать. Напомним, по последним данным, в больнице с укусами клещей обратилось 127 человек, 26 из них дети. Все исследованные кровососы не являются носителями энцефалита.